машина. О, нет, веселее стало. Где-то там. Бегу на выстрелы. Они отхились быстренько и запушил их. Добывай там, кто остался. Ну, хорошо, спасибо. Чел, не ранить, нормально. Там, говорил, стрелять не умеет. Кайф, кайф. Без машины это вообще кисло. Не говори. Так бы ездили бы, сбивали. Все нормально. Бегать заебешься. Чё ты, энергетики, не допускайся, вставай. Да-да-да. Отметил. Да у меня были, но ладно, спасибо. Три наркоза, чё? Интересно, чё там. Возня, возня. Блять, что-то ботов с обновления сделали много, вообще пиздец, интерес пропал к игре. Так надо в рейтинг идти. Рейтинг, короче, не открытый, я тебе так скажу, у меня 600 уровень, я захожу все время так, это, в катку играю и все, и нормально. Иногда тут бывают боты, потом они пропадают, потом опять бывают боты, потом они опять пропадают. И вот такая фигня регулярно. Ну, в рейтинг. А в рейтинг это за бабки, да? Я не знаю, на самом деле. Скорее всего, это за бабки. Типа там ранговые, чтобы бабки проплачивались. Меня жаба душит, я вам в белой футболке и в стандартных кедах лазил. Не, ну ты типа можешь кейсы пооткрывать, денег залутать и на эти деньги купить себе его пропуск или что-то надо. Ни разу так.